Доброе утро, мои друзья, подписчики и все остальные. Сегодня будем готовить салат, на мой взгляд, самый простой. Для этого нам понадобится рис. Его можно брать как холодный, использовать в этот салат, так и горячий. У салата будет совершенно разный вкус. Затем рыба. Рыбу тоже можно использовать любую, ту, которая вам нравится. Репчатый лук. Репчатый лук может быть как сладкий, так и горький. От этого тоже зависит вкус. Можно использовать даже зеленый лук. Тоже будет интересный вкус, такой нежный. Затем яйца. Их нужно брать, можно взять больше, можно взять меньше. Опять-таки, все влияет на вкус. Еще нам понадобится кукуруза. Соленый огурчик. И майонез. В моем случае это домашний. Впоследствии буду снимать, как я его делаю. Вот такой он у меня густой. Мне такой больше, такая консистенция больше всего нравится. Ну что, поехали. Салат, правда, очень простой и очень вкусный. Для начала кладем рис. В моем случае он еще не совсем остыл. Даже, может быть, даже где-то видно, что будет идти дымок. Добавляем рис. Затем сюда идет рыба. Рыбу не советую очень много рыбы класть. Достаточно положить немного для, ну, скажем так, для запаха. Правда, если будет перебор по рыбе, все-таки это же салат, это не просто рыба. Мы едим не просто рыбу, поэтому здесь немного нужно варьировать с количеством продуктов. Так, сейчас мы ее так быстренько слегка почистим, потому что косточки нам тоже сюда не нужны. Поверьте, без косточек вкусней. Так, сейчас. И добавляем вот такие, не режем. Вот просто кусочками ломаем. И маленькими кусочками сюда добавляем. Так, ну, я думаю, что вот так. И даже вот это уже, наверное, будет. Это уже будет достаточно. Потом немного зеленого репчатого. Опять-таки, очень тяжело. Так, немного. Затем кукурузы также. Не очень много. Вот. Вот видите, сколько положила, сколько осталось. Немного. Осталось порезать яйца и огурцы. Я надеюсь, что это мы умеем делать все. Так. Ничего сложного. Тут, как вы их нарежете, это уже будет не важно. Вот. Так. Так, вот мы яйца порезали, да. Переходим мы теперь к огурчикам. К огурчикам. Так. Огурчики иногда режу кубиками, иногда режу соломкой. Это уже зависит от моего настроения, фантазии, что я впоследствии еще буду дополнять этим салатом, поэтому тут тоже нарезка тоже не важна. Так, сейчас мы еще. Надо вот это все убрать, потому что это уже, на мой взгляд, уже не очень красиво. Так.
пока режу огурцы, для того, чтобы не молчать, хочу сказать, что в этот салат иногда добавляю резаную, мелко нарезанную зелень петрушки и сельдерея. Салат приобретает совершенно другой вкус, и, на мой взгляд, он становится, ну, он вообще ни с чем не сравнимый. Вот и все. Так, осталось нам добавить с вами майонез и немного посолить. И немного посолить. Так, немного посолили, да? И так, перемешали. Вот посмотрите, что получилось. Видите, у нас и рис здесь, и все, и каждых ингредиентов, на мой взгляд, уже предостаточно. Да? Так, вот это не будет смущать. Мы сейчас это все убираем. Убираем. И у нас с вами осталось последний завершающий момент. Это майонез. Ну, давайте попробуем вот столько и посмотрим, что у нас получится. Всем рекомендую попробовать. Тот, кто любит рыбу, салат действительно очень вкусный, необычный. И мы его уже готовим, ну, наверное, на протяжении всей жизни. Мои мужчины его очень любят. Так, ну вот. Тот, кто любит майонез побольше, можно при подаче положить, сделать шапочку сверху, немножко еще чайную ложечку положить. И человек всегда может или доложить, перемешать, или просто его отодвинуть в сторону. Все, все просто. Готовьте с удовольствием, с любовью, радуйте своих родных и близких. Всем приятного аппетита!